Дошли уже до 10 стола. Начинаем монтировать 10 стол. Так, по бумагам у нас идет два модуля занятости. Вот участки, которые у них заходят. Получается СК1, СК2. Вот эти проводочки идут на этот модуль. Это будет у нас СК1. 8 участков максимально можно запустить в наш модуль. И СК2 идет. Вот модуль, это провода с участков на него. Также идет у нас два модуля стрелок. 0F модуль, вот он. На него приходят три стрелки. Первая, третья и пятая. Вот они, первая, третья, пятая. Сюда пойдут. И также еще есть 11 адрес у модуля. Стрелки 2, 4, 6, 1, 3. 2, 4, шестерка, единица и третья стрелка с соседнего стола, с 11 придет. Вот она у нас она. Так, ну еще здесь у нас куча светофоров. Для светофоров вот эти вот платки мы используем сканирование и ку. Две матрицы у нас получается. Одна половина идет, вторая половина. Получается 20 адрес. Так, и 21 адрес. Сейчас это все как-то вот так расположить надо, чтобы провода дотягивались до всего. И на такие вот стоечки шурупчиками это все дело прикрутить. Приходится работать с кучей бумаг. Очень сложно не запутаться. Так что торопиться в этом деле нельзя. Thank you.
как-то так. Ну что, макет мы домонтировали. Остался вот последний стол, там чуть-чуть проводочков. Плат не хватает, сейчас буду паять. Пока появятся платы, пока они везутся с транспортной компании, в общем, надо будет ставить декодеры в локомотивы. Вот столько у нас много локомотивов. Вот это все еще маневровые локомотивы. И на вагончике, вот это вот вагончики у нас, вагончики, приклеить на колесные пары шунтирующий резистор, чтобы вагон давал занятость. Получается, сейчас изолированные колеса, никакой занятости нету. Мы на клей контактов приклеиваем чип-резистор на 10 кОм на этот конец и на этот конец. И все, и как только локомотив толкает вагон вперед, даже если вперед вагоном едет, вагон заезжает на следующую секцию и загорается занятость участка. Это все декодеры. Так, ну что, воткнул все декодеры в локомотивы, подключил аппаратуру. Теперь проверяем, как это все дело ездит. Этот маневровый, он может сцепку-расцепку делать. То есть, если за ним зацеплен вагон, он может опустить сцепку, отъехать. Тем самым вагон останется стоять, он дальше поедет. И также сцепится. Так, сейчас попробуем чего-нибудь сделать. Вот видите, сцепку опустил, подъехал и поднял. Это он типа прицепился к вагону сейчас. Ну, сейчас я проверю. То есть то здесь у всех сейчас третий адрес стоит. Их надо будет менять, перепрошивать. Вот у этих маневровых 20 адрес идет изначально с завода. Они двухосевые. Еще с тремя осями маневровые похожи. И вот 36 адрес. Он тоже умеет сцепку-рассыпку делать.